У нас существует и сырье, которое хранится в специальных условиях. Например, в этом холодильнике хранится сырье, те же пептиды, известные вам, наши главные хитовые продукты, которые надо хранить при температуре не выше плюс 5. И вот здесь, если посмотреть, на холодильнике плюс 4. Так мы заранее понимаем, что все хорошо. При этом в холодильниках стоят системы, что если вдруг в течение определенного периода времени температура увеличивается, такое может случиться с холодильником в случае поломки выше критической и не падает, система автоматически начинает звонить сама инженерам и предупреждать их о том, что в холодильнике проблема, что надо приезжать его и чинить. Ну, то есть, честно говоря, даже если день в этом холодильнике будет плюс 20, на самом деле с пептидами ничего не произойдет. Ну, за плюс 20. Если там будет плюс 40, скорее всего, уже нехорошо будет. Но в России это не самая частая история, тем более в Москве. Но в любом случае, бывает и сырье, которое, ну, такое гораздо более чувствительное к перепадам, поэтому мы стремимся не провоцировать его на это. Если в Москве надолго отключат свет, ну, во-первых, мы, наверное, этого не сильно помним, все-таки производство это находится в Москве, то тогда эти холодильники все равно способны держать, ну, холод довольно долго. Еще раз, незначительное изменение температуры и не на месяцы не сильно влияет на состояние сырья. Если мы говорим про Дедовск, все-таки в Подмосковье это происходит более часто. На случай каких-то критических историй у нас там есть генератор. То, что пептиды сами хранятся в холодильнике, на хранение готового продукта никак уже не влияет. Это просто особенности того момента, пока они не вступили в композицию. Ну и опять же, там порошок, он просто хранится при температуре плюс 5, ну, не бесконечность, но просто очень долгое время. Перед тем, как ему уйти в производство, этот порошок мы превращаем в раствор, заливаем уже в композицию, и получается та продукция, которую вы видите, с достаточно ограниченными сроками годности, несколько лет. Ну, а порошок, он почти бесконечен. Ну, а сам крем с пептидами хранить в холодильнике не нужно. В большом холодильнике хранится продукция не со столь строгим хранением. Там может быть 8-9 градусов, 10-15. Ну, в общем, это то, что уже держит любой, как бы, обычный холодильник. Он просто здоровенный. Вот и все. И еще раз скажу, там кратковременные скачки не страшны. Очевидно, что если ты открыл дверь и достал, туда влетел теплый воздух, температура там поднялась, ты закрыл, через какое-то время она опустилась. Это все сильно не влияет на историю. И еще раз говорю, внутри каждого холодильника есть там свой собственный датчик с сим-картой, который в случае проблем позвонит инженеру на телефон и скажет, что у него сложности, ему пора в свой выходной день ехать на работу.